На крупную сумму денег обманули жительницу Таиншинского района. Незнакомая женщина зашла к ней в дом и, завязав разговор, убедила бабушку в том, что ее возрастные болезни – результат порчи. Проведя ряд бессмысленных, но внешне эффектных действий, которые якобы должны были снять порчу, незнакомка сказала, что заодно необходимо очистить и деньги. Бабушка дала ей в руки всю накопленную наличность – около 270 тысяч тенге. После пересчитывая деньги, она обнаружила, что сумма стала меньше и обратилась в полицию. Стражи порядка пояснили пенсионерке, что от мошенницы она получила заранее заготовленную пачку сувенирных купюр. В результате оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что 50-летняя аферистка из Костанайской области ранее судима. Материалы дела переданы в суд по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество». Деньги вернули владелице.